С начала года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мопедов. В результате пострадали 6 человек, в том числе один несовершеннолетний. Виноватыми в данных ДТП являются как водители мопедов, так и водители легковых автомашин. Причиной таких ДТП в основном становится незнание или же нарушение правил дорожного движения. Так, с начала года 3 водителей были привлечены к административной ответственности. Более 25 мопедов одворены на штрафстоянку. Водителями мопедов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, то есть отпускать руль. Второй момент. Водители мопедов, если нет предусмотренного перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки. Если нет приспособлений для перевозки пассажиров, то запрещается их перевозить. Также аналогично. По перевозке грузов. Если предусмотрен, скажем, да, багажник для перевозки груза, то оно не должно превышать 50 сантиметров в длину и 50 сантиметров